Вот как вот, допустим, как психически выглядит человек, наполненный солнцем? Вот как, допустим, женщина, наполненная солнцем, выглядит? Откуда это слово взялось? Красивое. Красная девочка. Красная. Что значит красная? Солнечная. Вы представляете, это не только на русском языке. Вот есть, допустим, на санскрите слово «лал». Слово «лал» означает «красный». Переводится «красный» это слово. Также «любимый», также «солнечный». Представляете, то же самое. Девушка «краса», длинная «краса», то есть «красавица». Почему она красавица становится? Потому что она радуется мужскому началу. Солнце олицетворяет мужское начало. Это энергия, мужская энергия. В результате девушка радуется мужскому началу, и она наполняется этим мужским началом. Она становится, щеки краснеют у ней, губы краснеют. Она становится такая яркая, жизнерадостная, красивая. Это реально вот так происходит. Ее чувство собственного достоинства становится неотразимым. Ни один мужчина не может тягаться с ее красотой. Неотразимое состояние психическое. Девушки спрашивают, когда я выйду замуж, когда станешь солнечная? Солнечная, наполненная солнцем, означает вот этой силой солнца. Как это выглядит? Ну, допустим, все едут, в поезде, допустим, все едут. И все ждут, когда они приедут. Но есть люди, которые не ждут, когда приедут. Они прямо в поезде радуются. Или в машине. Допустим, девушка сидит, она смотрит на природу, на солнце. Радуется, наполняется этой силой.